По поводу феномена, который мы называем культом личности, и по поводу феномена чинопочитания, замечательное выражение Маркса – азиатский способ производства. Что такое азиатский способ производства? Это когда обезличенные люди работают на целое, инкорпорированы в целое, для которых связь с этим целым является не только источником существования, но, если хотите, источником определенной благодати. Это ложная благодать, это ложная эйфория. Так, человек в системе азиатского производства никто. Вот хорошо же у нас пелось в годы революции, кто был никем, то станет всем. И кто был ничем, то станет всем. Ну, неважно, так и так. Смысл один и тот же. Так? Вот. Очень удобно быть винтиком. Очень комфортно быть рабом. Весь господин, который тебя защитит, согреет, приласкает, по щечке потреплет, бросит тебе косточку. Вот это рабское сознание. Мерзкое сознание, унизительное сознание, оно характерно для азиатского способа производства, который присущ России. Россия остается вот внутри этого способа производства. Это уровень бессознательного, это заложено в менталитете народа. Я не хочу сказать, что это уж настолько вот несокрушимо, что с этим надо смириться и руки опустить. Думаю, что не так. Но тем не менее, надо сказать, что вот мы по-прежнему нуждаемся вот в деспоте. А что такое азиатский способ производства? Деспотия. Деспотия – это высшая форма авторитарности, это тоталитарность. Комфортно жить в действительном государстве кому? Комфортно. Быдлу. Наш народ стал быдлом, при всем его к нему уважении, при всем к нему сострадании. Ну вот он выбрал себе героя. Но я думаю, что это. Вот я думаю, что нету культа личности Путина. Нету, понимаете? Это какие-то есть симптомы, карикатурные симптомы. Скорее всего, имеет место равнодушие. И это хорошо, это показательно. А, ну, с другой стороны, вот эта тенденция, связанная с потребностью в сильной личности, хозяине, да, она существует. Но существует и другое, существует и жажда народоправства, правильно, да? Вот, это тоже нельзя на это закрывать глаза. Так что очень сложная картина, она нам неизвестна. Вот мы говорим, культ личности Путина, где он проявляется, кто его это выражает? Ну, так поговори с простыми людьми. Далеко не все этот культ поддерживают, правильно, да? Вот, тут многое связано с манипуляциями пресса, с манипуляциями этих людей, которые проводят операции, как это называется, имиджмейкеры, да, операции вот, выборные, да? Вот, я думаю, что все он в России как-то проще, примитивнее и страшнее, чем мы говорим. Чинопочитание. Видишь, чем дело, смотря где оно, это чинопочитание имеет место в армии, да? Ну, там должен подчиняться солдат маршала, правильно? Куда никуда не деться, верно? Также и в любой социальной структуре, где есть директор, где есть подчиненные. Вот. Конечно, там, где самоуправление занимает большое место, там это чинопочитание минимизируется. Но это где-то все-таки редко наблюдается. Я вот очень не люблю чинопочитание в церкви. Вот эта церковная иерархия, она как раз в этом плане очень показательна. И, в общем-то, наше государство хотело бы перенести эти церковные византийские схемы в свои структуры. Вот я вспоминаю, как у нас происходит возведение президента в должность, как это называется, процедура-то?
Подожди, как она называется-то? Ну, это ведь анекдотично все. Так. Я думаю, что все-таки чем человек выше, тем он должен быть скромнее, доступнее. Он должен отметать вот это чинопочитание. Если об этом идет разговор, то это заставляет заподозрить, что, возможно, предмету этих разговоров нравится. Вот сами эти разговоры. Да. Давайте все-таки различать уважение к руководящему лицу. Понимание, что на него возложены какие-то высокие и большие полномочия. Это одно. А чинопочитание, связанное с чем? С лизоблюдством, с подхалимажем, с культом личности. Это мерзко, конечно, мерзко, да. Человек, который любит лезть, наверняка ущербен. И самое страшное, что власть оказывается в руках ущербных людей. Вот Россия сегодня страна ущербной власти. Вот это бесспорно. Здоровый человек скромен. Нормальный человек скромен. Человек, у которого есть комплексы, нуждается в допинге, чинопочитания. Он как бы паразитирует вот на этой энергии чинопочитания. Но это мне вызывает сочувствие, жалость и презрение.